парад рождественских перемен. Это последний день перед у кого-то сессией, у кого-то еще что-то. В общем, еще раз ваши аплодисменты. Песня про Новый год от Кисленко. Кристин, друзья, встречаем. Первокурсники организовали все эти рождественские переменки, и как бы целью, помимо того, что подарить новогоднее настроение всем участвующим, мы хотели именно протестировать первокурсников, их организаторские навыки, и мы убедились, что у них достаточно высокий уровень подготовки в плане организации мероприятий. Новый год, Рождество лично для меня – это возможность получить массу новых впечатлений и воспоминаний, которые буду потом помнить всю свою жизнь.